Девочки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, с вами Карина. В этом видео речь у нас пойдет о целлюлите, о том, как я борюсь с ним. Да, мы все постоянно боремся с целлюлитом, либо мы худеем. Итак, я расскажу вам мою ежедневную рутину по борьбе с целлюлитом, по приведению тела в порядок. За своей кожей, конечно, нужно ухаживать не от случая к случаю, а, ну, по возможности ежедневно. И если это видео вам интересно, то продолжайте смотреть. А я вам буду рассказывать о тех процедурах, которые я делаю практически ежедневно, немножечко о моем питании. Итак, да, давайте начинаем. У меня здесь просто целый стол передо мной заставлен различными продуктами, маслами, скрабами. И давайте начнем. В первую очередь я хочу сказать, что здесь я ничего, никакую рекламу, да, не делаю. Единственное, я могу оставить некоторые ссылки, которые у меня продукты с E-Vitamins, либо с iHerb. Ссылочки вы найдете, ну и просто разные-разные названия, да, продуктов я тоже подпишу в инфобоксе, чтобы вам было легче, ну, посмотреть, да, почитать в интернете о данных продуктах, если они вам интересны, конечно. И если вы живете в Греции, то одна марка, две марки, которые у меня здесь представлены, они есть только, по-моему, в Греции. Итак, давайте начинаем. Конечно же, первое, что у меня начинается с утра, так как сейчас школа, да, у нас началась, у меня муж уехал, мне это сложнее, конечно, делать, но все равно я время нахожу. То есть с утра что я делаю? Я встаю, и я сначала вот иду в туалет, да, и я перед тем, как даже выпить воды, либо выпить кофе, я делаю вакуум. Я раньше абсолютно не понимала, как его делать, мне было очень сложно, я просто, ну, наверное, в течение года время от времени пробовала, у меня не получалось, но я, конечно, бросала. Потом я все-таки думаю, ладно, надо тренироваться, надо пробовать. И я поняла, что это такое упражнение, когда вам не нужно накачивать прям пресс, но получается, вакуум, когда делаете, то поперечные мышцы, они как бы, ну, качаются, да, можно сказать, они, получается, приходят в тонус, и таким образом ваш животик просто подтягивается. У меня не получается делать прям на 100% правильно, вот как вот некоторые девочки делают, что полностью прилипает к позвоночнику живот, но у меня где-то процентов на 70, на 80 это получается, и еще делаю это с утра до еды, да, либо вечером, когда пустой желудок, то есть, получается, нужно делать 3 часа после вашего приема пищи, вот так скажем. А делаю я примерно по 15 раз, ну, в зависимости от времени, насколько быстро я спешу, не спешу. Это очень классное упражнение, то есть вы не напрягаетесь, но у вас животик таким образом все равно подтягивается, так что плюсик такой, да, этому упражнению. Напишите в комментариях, вы делаете это упражнение или нет, потому что многие-многие, я вот кучу отзывов смотрю, они все, ну, многие девчонки это делают. Ну и, конечно же, борьба с целлюлитом у нас не проходит одним каким-то продуктом, да, либо одним каким-то упражнением. У нас это комплекс, получается, это, конечно же, нужно налаживать ваше питание. Я, в принципе, не ем жирное, там, какое-то жареное, то есть у меня с питанием более-менее нормально, я могу там орешки себе купить, поесть, да, либо какие-нибудь сухофрукты иногда, ну, то есть если хочется там съесть какую-то шоколадку или вафельку, да, я могу это себе позволить, так что питание налаживайте, это один из самых главных пунктов. Далее, физическая активность, если вы по какой-то причине не можете делать упражнения, делайте вакуум и делайте упражнения на внутреннюю часть бедра, потому что это тоже очень много, у многих девчонок это проблема, я вам тоже расскажу сейчас прям, чтобы не забыть. И я делала упражнения, занималась по Джиллиан Майклс, я уже несколько лет по ней занимаюсь, но опять же, не постоянно, не круглый год, ну когда вот к лету, да, обычно это дело начинается, так что Джиллиан Майклс, знаете, наверное, тренера, очень классные тренировки, и я занималась сейчас, но я перерыв делала на месяца полтора, наверное, потому что у меня, я повредила ногу одну, так что сейчас я начну опять скоро заниматься, а пока для внутренней стороны бедра я вам хочу показать один тренажер, потому что это самая-самая сложная часть в теле, да, я считаю, для вот что касается
подтяжки мышц, да, накачивание, убирание жира. Я купила себе вот такой тренажер бабочка, он называется Спандер бабочка, по-моему, на сжатие. В России, я знаю, их продается куча везде, они очень дешевые, очень бюджетные. Ну, качество я не могу ничего сказать, но девчонки пишут, что очень дешевые, как бы бывает поломать, но не жалко, покупается новый. Я заказывала у нас в Греции в Интерспорт магазин, то есть тоже обошелся у меня где-то в 12-13 евро. То есть в чем суть? Мы кладем его между коленками, да, зажимаем вот так, и начинаем просто вот так сжимать ноги. Очень круто подтягивается внутренняя часть бедра, потому что, и вот как я сказала, я остановила упражнение, и, ну, то есть я не приседала ничего из-за ноги. Ну, в общем, сжимается, разжимается, да, когда вы прикладываете какую-то силу, и вот внутренняя часть бедра, вот как раз-таки, ну, сверху, да, где вот жир, она подтягивается и уходит целлюлит оттуда из-за того, что вы делаете, да, собственно, вот эти упражнения. Если вы не хотите вот такой тренажер, да, использовать домашний, то можно, ссылочку тоже оставлю, не помню, как называется канал, в общем, нашла одно видео, оно очень простое, 10 минут в день, и тоже на внутреннюю часть бедра. Я тоже его выполняла, но потом после приобретения этого тренажера я как бы им только вот делаю постоянно, каждый день практически где-то от 150 до 250 раз. Не в один прием, я, допустим, 50 раз делаю, потом минутку перерыв, еще 50 раз, ну и потом следующий заход там в конце дня, допустим. То есть, когда у меня время есть, вы садитесь смотреть какой-нибудь сериальчик и в это время делаете. Видео тоже очень много в интернете, как это происходит, так что тоже смело могу советовать, результат от него действительно классный. А далее, про питание. Я говорила, что я показывала с iHerb, да, у меня Total Soy, то есть это заменитель еды, у меня есть вот такой, ссылочка будет в инфобоксе. Также греческой марки я взяла себе Power Health, это марка Top Diet. Это то же самое, это тоже заменитель еды. Один прием пищи вы можете заменять. Ну, я это делаю обычно вечером, то есть смешиваю просто с молоком, можно смешать с водой. Вот от нашей греческой марки вот такие пакетики. Здесь вообще рассчитан пакетик на один раз, но я его делю на два раза, потому что мне сильно приторно как-то получается. Оба у меня со вкусом ванила. Такой милкшейк классный заменяет. Действительно, вы можете заменять прием пищи, и вы можете продержаться вот так, то есть не голодая, но часа 3-4 как бы выдерживаете. Либо в обед можете использовать, если вы, допустим, работаете, вам некогда поесть. Итак, далее, утром я обычно себе делаю либо кашу, да, просто геркулесовые хлопья, либо могу съесть даже бутерброд, но тоже часто я себе взяла вот такие каши, это тоже, по-моему, Power Health бренд, в таких пакетиках. Каши, здесь просто геркулесовая каша, геркулесовые вот эти хлопья, но они здесь какие-то очень малокалорийные, то есть смешиваю с водой и на завтрак тоже ем вот эту кашку, то есть тоже очень классный такой прием пищи, который дает и энергию, и очень мало калорий. Так, далее из... Ну, давайте такая сначала съестное, да, все такое расскажу вам. Далее я для того, чтобы убрать отеки, прежде, конечно, чем бороться с целлюлитом, все-таки нужно выводить воду, делать какой-нибудь либо лимфодренажный, да, массаж. Ну, выводить воду из организма, чтобы не были ваши ткани, кожные покровы, да, ткани ваши отечными. Я брала себе тоже Power Health. В Греции, да, у нас есть Water Shape Program, то есть программа, вот такие маленькие таблеточки, которые растворяются, рассчитана на 7 дней, и, ну, мне кажется, что по 2 капсулы, да, я пила в день, ну, капсулы, таблетки вот эти, которые растворяются в воде, мне кажется, да, я сейчас вижу результат, возможно, это все вместе, то, что я комплексом делаю, потому что результат действительно, я сейчас замечаю, что вот именно отеки ушли, и далее я расскажу, почему я это заметила. Я вам рассказываю исключительно мой опыт, так что если вы со мной не согласны,
Окей, напишите, как вы считаете, что правильно, неправильно, может быть, я делаю. Но вообще я вам рассказываю, как я считаю, да, нужным, как для меня это удобно и как я считаю, ну, как-то я для себя вот такую формулу вывела, что я делаю. Так, далее, для борьбы с целлюлитом я взяла себе тоже в аптеке Health Aid марка и Ellen Seal. Ellen Seal, я знаю, вот Health Aid нет, по-моему, нигде, только у нас в Греции. А Ellen Seal продается, эта марка, ну, в России тоже она есть, но не все, потому что вот таких капсул я почему-то не нашла. Хотя странно, если где-то у вас бывают, то напишите, потому что, не знаю, хотела тоже посмотреть, почитать на русском вот именно, но, к сожалению, не нашла. Что такое вот эти за капсулы? Они для борьбы с целлюлитом. В принципе, вот здесь вот вот Health Aid, вот эта коробочка. Здесь собраны разные витамины, витамин В, цитрусовые, там всякие экстракты растительные, и лецитин, да, гуарана. И также вот в этой волонсиле здесь тоже витамины, гуарана, водоросли и витамины В, С, там разные-разные. По две капсулы и то я утром и вечером вместе с едой, да, выпиваю с большим стаканом воды. А что делают вообще эти капсулы? Они, получается, как бы разбухают в желудке, да, вот эти... И вы таким образом меньше съедаете, водоросли тоже там помогают, да, так как бы делают такой объем желудки, то есть чтобы меньше съесть. Ну и разные-разные там, которые содержатся, витаминки и растительные всякие экстракты, они помогают вам все-таки выводить это все, да, все ваши жиры из организма. А, я не знаю, я не могу вам точно их посоветовать, потому что это все-таки БАДы, это дело каждого. Ну, я... На самом деле, тоже была противница всегда вот этих всяких БАДов, да, вот именно для похудения, там, для целлюлита. Но это, ну, не знаю, в принципе, я посмотрела состав, то, что там растительные и экстракты всякие, и витамины, поэтому я решила попробовать. Теперь давайте я вам буду рассказывать, что я делаю с телом. Итак, конечно же, я себе приобрела от Eco Tools на iHerb, я брала вот такую щетку, я уже показывала ее в покупках, очень такая... жесткая щетина здесь, но она не супер такая жесткая, что она вас покоряпает насмерть, нет, она работает, если ею делать массаж на сухую, а вы будете чувствовать, да, что корябает. Если в душе она идеальная. То есть я наношу концентрат от Ellen Seal для душа, да, или какой-либо простой гель для душа, можно даже смешать с апельсиновым, с эфирным апельсиновым маслом, и то есть вы массируете, конечно же, массаж делать вот такими щетками снизу вверх, то есть от колена до бедра, и потом от бедра животик, ну то есть вверх, да, чтобы лимфодренажный такой эффект был, ну и по направлению, да, чтобы циркуляция там все это было, улучшалось. А массируем не так, чтобы прям супер надавливаем, но вы разгоняете кровь. А что еще могу сказать? Щетка работает классно, если у вас по каким-то причинам нет массажера, да, или вам лень делать ручками массаж, то можно, в принципе, тоже пользоваться такой щеткой. Они бывают разные, абсолютно, неважно, какая марка, да. И, ну, не сильно давить и делать, либо, допустим, живот я делаю круговыми движениями, да, я вот так вот массирую, либо вот где бока, я просто в бок вот так веду щетку, либо вверх-вниз, то есть от центра в стороны, да, получается, либо круговыми. На бедрах мы делаем только снизу вверх, где внешняя сторона бедра, то есть вы как бы делаете по, ну, допустим, вот бедро, да, вы делаете вот такими способами, то есть по бокам. Можно так тоже делать. И ягодицы вы тоже делаете либо круговыми, либо снизу вверх. Я делаю и так, то есть это все в душе можно использовать. А также дальше для душа я использую, пересыпала в банку от маски, у меня осталось совсем чуть-чуть кофейного скраба. Классный скраб, он у меня Риш, по-моему, да, называется. Тот еще скраб, у меня его чуть-чуть осталось, а он с маслами, классно пахнет. В общем, кофейный скраб можно делать и самим,
можно купить. Купить это проще, конечно. Ну, то есть кофейный скраб тоже использую. Могу не все вместе, да, могу день щеткой, день скрабом. Далее от Elancil я также взяла себе вот такой скраб. Он называется как бы... он называется Energizing Foaming Scrub, то есть это скраб с такими достаточно твердыми частицами, но их там не очень-очень много, вот чтобы прям вот как скраб кофейный, да, если сравнивать, он еще и пенится. То есть наношу также скраб либо утром, либо вечером, да, то есть когда вы идете в душ. Могу чередовать, один день одно делаю, другой день другое делаю. В общем, скраб тоже, он... я не скажу, что он вас, конечно, избавит от целлюлита, но вот это все скрабирование, оно помогает нам как бы улучшить циркуляцию крови и подготовить кожу саму к массажу, да, к последующему нанесению масла, например. А далее, девочки, что касается душа, опять же, я взяла себе от Elancil вот такой набор. Тоже ссылочку, название все оставлю. Здесь... состоит из двух предметов, да, то есть это концентрат для душа, называется Slimming Concentrate Gel, то есть гель концентрированный для похудения, здесь содержится кофеин, и в составе, опять же, ну, в составе, в этой коробочке входит вот такой массажер, ну, как рукавичка, я не знаю, как назвать, здесь есть массажные такие штучки пластиковые, но вот этот набор я вам не советую вот брать именно набором, потому что здесь вот обещаю, что 3 минуты массажа в душе и, там, и так далее, и за 7 дней вы видите, в общем, результат. Не могу почему посоветовать, есть, кстати, вот такие же, только которые... электрические, ну, электрические, которые подзаряжаете от сети, да, либо от USB, и потом с приложением в телефоне можно это все connect, да, такое делать. Ну, в общем, это то же самое, почему я не советую, потому что вот этот массажер абсолютно бесполезный, он не очень удобно лежит в руке, и вот эти вот штуки массажные, которые роликовые, они прям туда вдавливаются, и то есть по телу идет вот этот вот, ну, резинка, да, вот этот пластик идет, и неприятно, неудобно, а стоит дороже, нежели если брать, допустим, один концентрат, вот этот гель для душа, кофеин, да, как бы помогает с борьбой, при борьбе с жиром, с целлюлитом, потому что, допустим, если брать отдельно концентрат, вот я брала отдельно в коробочке и... в наборе, стоит намного-намного дешевле, допустим, набор, если 20 с чем-то евро, то один концентрат для душа стоит 6 или 7 евро, то есть я не вижу смысла переплачивать, я пожалела, что я купила, но я на всякий случай взяла еще один, потому что думаю, ну окей, в душе, конечно, это всегда пригодится, так что сам концентрат, он классный, но он не очень сильно пенится. А я его использую как раз-таки не с той массажной, да, вот щеточкой, а вот именно вот с такой щеткой. То есть я наношу вот этот гель на влажную кожу, распределяю, а потом начинаю круговыми движениями, да, либо снизу вверх такими движениями использовать вот эту щетку. То есть получается, в душе у меня тоже идет такой процесс похудения и массажа. Ну и, конечно же, девчонки, я вам не сказала в начале этого видео, конечно же, нужно пить побольше воды, чтобы вода, опять же, у вас не задерживалась в организме. Ее нужно восполнять, да, этот все-таки запас, и, конечно же, это тоже хорошо влияет на похудение. Я борюсь с этой проблемой, потому что летом я пью много воды, зимой я не могу пить и все. Сейчас я, вот то, что я принимаю вот эти вот добавки, да, я по большому стакану стабильно пью, в перерывах тоже я могу выпить по большому стакану воды, так что сейчас я прям контролирую этот процесс, ну и, конечно же, 8 стаканов летом, да, я могу выпивать, так что с этим не шутите, вода обязательно должна присутствовать при борьбе с целлюлитом. Так, далее, переходим... еще к одному, да, переходим к такому
обертывание. У меня это Shiny Cosmetics, это старая уже, ну, старая, достаточно старая глина, голубая. Голубая глина у нас используется для обертывания. То есть я что делаю? Я беру пару ложек больших вот этой глины, капаю туда 5-6, там, ну, от 5 до 10 капель эфирного масла апельсина, тоже ссылочку оставлю. Ну, в принципе, любое можете брать. У меня от Now, фирма Now, и здесь 100% масло, да. Капаю все это, водички добавляю, перемешиваю до консистенции сметаны, и потом наношу после скраба, после массажа, например, либо без массажа, да, наношу на тело, на бедра, на живот, и обматываюсь пищевой пленкой. Ложусь там либо под одеяло, либо можно поделать какие-нибудь упражнения, да, либо можете просто, я не знаю, поделать какую-то домашнюю работу, то есть работу по дому, когда вы тоже припотеете так немножечко, и все равно вот эта вот физическая активность, она только сделает плюс. Но я обычно под одеялко ложусь, когда уже вечер, когда я уже просто релаксирую. Так что тоже один из вариантов. Далее, эфирное масло тоже можно добавлять в любой ваш лосьон для тела, в душ, ну, в гель для душа. То есть везде-везде с маслом, с другим смешивать и делать массаж. Итак, если я заговорила уже про эфирное масло, я что делаю? Я до того, как я приобрела себе вот эти вот аптечные, да, средства, я смешивала эфирное масло апельсина, либо даже иногда я добавляла эфирное масло розмарина, но розмарин, он тоже, да, борется с целлюлитом, хорошо влияет, но мне не нравится, если честно, запах. Вообще абсолютно. Розмарин у меня Aura Cassia бренд. Розмарин мне не понравился запах вот именно для массажа, потому что он остается надолго на вашем теле. Я смешивала масло жожоба, тоже фирма Now, но можете смешать любое базовое масло, добавить туда от 5 до 10 капель эфирного масла апельсина и таким образом делать массаж. Я масло почти... Это закончила, это почти закончила. Пробовала делать с касторовым маслом, то есть касторовое, да, касторовое масло. Но оно более жирное, и оно абсолютно не впитывается в кожу, поэтому нужно брать базовое масло немножечко так полегче. Если у вас никакого абсолютно нет масла, берите просто либо Johnson's Baby, да, любое базовое, либо оливковое масло, то есть любое масло. Итак, это тоже можно. Кстати, эфирное масло можно также смешать со скрабом, с вашим, можно смешать с глиной, с голубой для обертывания. То есть эфирное масло я добавляла, по сути, везде. Но оно вот сейчас у меня заканчивается, буду заказывать еще. Девочки, хочу вам показать то, что я делаю, как, ну, какие продукты еще использую. Опять же, это у меня марка Elancil. Да, очень много у меня всего от Elancil получилось. Я взяла себе одну упаковку ночной, крем, да, и одну, ну, такой дневной, да, утренний. Ну, то есть он в любое время, но вот один ночной. Ночной здесь Stubborn Cellulite, то есть такой упрямый целлюлит называется, Slim Design серия, и, ну, антицеллюлитная программа за 7 дней. Ну, 7 дней нет, конечно, я в такие обещания не верю абсолютно. А бутылка здесь 200 мл, она у меня стоит уже перевернутая, потому что там буквально чуть-чуть осталось. Такая бутылочка коричневого цвета не масло, а крем этот сам. Там тоже содержится кофеин, комплекс какой-то там суперкомплекс, в общем, для усиления эффекта. Я наношу его на ночь, но, опять же, я чередую, допустим, один день такое могу использовать масло, да, на ночь, другой день я могу другое масло использовать, третий день там еще. Ну, то есть, что придет мне в голову, какое масло мне захочется под настроение. В общем, что я делаю? Я наношу, использую тоже массажер, либо ручками могу помассировать немного. Вот, кстати, на вот эти части рук, да, тоже могу нанести. И все, и ложимся спать. То есть он, по идее, должен каким-то образом работать ночью, я не знаю, то есть я добила эту бутылку, мне нравится этот крем, то есть я бы брала его еще, а утром, днем, утром, да, когда время есть, я также использую Stubborn Cellulite, это, в принципе, тоже то же самое, что вот этот, но этот
дневной, да, так скажем. Здесь тоже комплекс с кофеином улучшает внешний вид кожи, там бла-бла-бла, все вот это вот, то есть делает гладенькую, упругую. Мне нравятся вот эти вот крема, потому что они классные, они хорошо увлажняют. Я не знаю, как круто они справляются с целлюлитом, потому что я не могу судить по конкретно одному продукту, потому что я использую, как вы видите, много всего, но результат появляется. В конце я вам расскажу, да, что я заметила насчет своего тела. Далее, я еще использую массажер, вот такой у меня массажер, это у меня немецкий Беурер, я не знаю, как назвать, в общем, подпишу, как называется, немецкий бренд. Заказывала его у нас в Греции, он работает он от сети, то есть от электричества, и здесь есть вот такая насадка, здесь две скорости у меня, насадка роликовая, она снимается, то есть мы ее после использования, мы ее промываем. А что делает эта насадка? Они такие, как силиконовые пальчики, сравнивают вот этот массажер с массажем против целлюлита, вот именно который массаж ручной, да. А еще хочу сказать, в России вот этот массажер, есть марка Супра, по-моему, тоже напишу, как правильно называется, Супра, там какие-то цифры. То есть то же самое, у нас просто не Супра, у нас вот другой какой-то. Итак, я использую данный массажер с маслами. Как я уже вам рассказывала, я использую вот эти масла, то есть апельсиновое с базовым. Далее у меня есть масло двухфазное от Elancil, тоже серия Slim Design. Такие масла есть, они от растяжек, есть от целлюлита растяжек, как-то так. Ну, здесь тоже, в общем, кофеин. Перемешиваю, наношу, здесь есть дозатор такой, спрей. Наношу классное масло на ночь, вообще идеально, и массирую вот этим массажером. Далее я также использую масло, вот у меня повторно, да, уже несколько раз брала, от Вилета. Тоже брала его с E-Vitamin, ссылочку тоже оставлю. Здесь уже березовое масло и еще одно масло, очень-очень старенькое, но его здесь чуть-чуть осталось, я все-таки его решила добить. Это греческая марка Apivita, антицеллюлитная, с красным перцем и еще с чем-то, в общем. Я не знаю, что это, водоросли, что ли. Ну, в общем, такое масло, оно на коже с массажем начинает больше гореть кожа, такой как-то более термоэффект получается. От этого масла получается такой небольшой термоэффект, даже не термоэффект, а вот то, что начинает кожа немного гореть, ну не так, чтобы гореть, а кожа начинает... Девочки, снимаю видео, мне позвонили в дверь, мне звонит телефон, я не могу. В общем, кожа начинает немного покалывать, гореть, краснеть, ну, в общем, этот эффект, ну, в смысле, вот эта вот краснота быстро спадает достаточно, так что тоже могу порекомендовать, если вы в Греции где-то найдете вот это масло. Все названия в инфобоксе. И последнее, что вам хочу сказать. В те дни, когда я не делаю ни массаж, ни скрабирование, я не знаю, ничего не делаю, вот просто бывает, когда лень что-либо делать, я наношу просто вот этот крем увлажняющий, потому что в другие дни, когда я использую масла, кожа уже увлажненная, да? Ну, я не говорю там голени там намазать, например, либо там руки намазать. Я использую тоже вот такой новый крем, который у меня с сайта iHerb. Я про него рассказывала. Это фирма Advanced Clinicals Green Coffee Bean Oil. То есть кофейные зеленые зерна масла бобов зеленого кофе. Это вообще представлен как формирующий крем. Тоже для похудения, да, от целлюлита, но он абсолютно не от целлюлита, то есть я не вижу там ничего такого, какой-то разницы, я не вижу термоэффекта абсолютно никакого нет, но он просто имеет супер классный запах, такой кофе, кофейно-шоколадный запах, и он очень-очень классно увлажняет кожу, кожа просто как персик становится, поэтому в ленивые дни мои я использую просто вот этот крем, потому что, ну, я не знаю, да, целлюлита, но он просто супер классно увлажняющий крем. Вроде вам я уже все рассказала, что я использую, какой у меня комплекс всего и немного про питание, да, и про упражнения. Упражнения я сейчас вернусь, когда с отдыха я начну опять заниматься с Джиллиан Майклс.
вот этот тренажер, бабочку, я его использую ежедневно, очень круто. Кстати, можете использовать также мячик, просто между коленками зажимать и сжимать-разжимать, да, ну, пытаться, да, сжимать ножки ваши. А это вот что касается ног. Итак, насчет меня, какой у меня результат? Я уже вот это все, ну, все, да, там плюс-минус, там что-то начинала пораньше, что-то попозже. Я примерно 2 месяца этим уже прям конкретно так практически каждый день это делаю, все, массажики и так далее. А у меня эффект, знаете, какой был? Допустим, вот сначала, когда у меня были отеки, я когда-то во влоге вам рассказывала, что мне массажист сказала, что у меня отеки на теле, то есть она сказала исключить там кофе, то полностью сахар, ну, в общем, я кофе исключала, пила чаи, потом я все-таки начала опять кофе пить, ну, ладно, но я начала выводить воду вот такими препаратами, да, и стараться надо все-таки пить больше воды. Итак, когда начинаете делать массаж массажером, там, щеткой, я не знаю, чем угодно, руками, у вас получается на теле, да, на ножках такой более, как будто отек, да, и получается, что целлюлит, он как бы начинает, я не знаю, там, взбухать, что ли. Потом, когда отек сходит, вы целлюлит видите еще сильнее. Знаете почему? Я тоже это читала, потому что отек как раз уходит, если целлюлит он у вас сидит, под отеком этого не было так сильно видно, когда отека нет, то есть воды нет в тканях, ну понятно, да, что понятно, что я имею в виду, то получается целлюлит видно еще сильнее. А со всеми вот этими манипуляциями, то, что я делаю, заметила упражнение, конечно, с этой штукой, внутренняя сторона бедра подтянулась, у меня ушло где-то по 1.5 сантиметра с каждой ляжки, то есть я на самой широкой части измеряю сантиметрами, в килограммах я не смотрю, у меня весы как-то раз так показывают, раз по-другому, погоду вообще показывают, проверяла в разных комнатах, в общем, я смотрю по объемам. А далее, целлюлит, насчет целлюлита, в общем, ляжки стали у меня более такие, знаете, тоньше, наверное, они стали. И они стали, вот кожа сама, она стала какая-то более упругая, наверное, да. А, конечно, на боках еще я могу увидеть, смотря там под каким светом я посмотрю, я могу увидеть там где-то еще есть целлюлит, но если смотреть как бы издалека, если смотреть в общем, его не видно. Если вы знаете свое тело, вы присматриваетесь, конечно, вы обнаружите, да, при любом, под любым углом вы его найдете, даже если у вас нет. Не зависит, худенькая вы, не худенькая, все равно он может присутствовать на вашем теле. И да, кожа подтягивается, конечно, улучшается, становится более эластичная. На животе у меня, например, без качания пресса сейчас, только вот вакуум. Но у меня вот после беременности получается над пупком вот это вот, ну, где-то 5 сантиметров над пупком, там как будто есть какие-то бугорки. Они были раньше больше, когда я занимаюсь спортом, они уменьшаются, то есть это не так сильно заметно становится, но когда я начала делать массаж, я уже увидела то, что отек, видимо, спадает, и я увидела, ну, это после беременности, да, мне врач сказал, что вот осталось у меня, получается, 3 такие маленькие, ну, они не шишечки, какие-то как будто уплотнения, не уплотнения, а как бы, я не знаю, как будто жировые клетки просто собрались в 3 маленьких местах. Ну, то есть примерно по 1 сантиметру диаметром, да. А я заметила, что они, в общем, да, если уходит отечность, я заметила, что вот эти жировые вот эти вот мои отложения, они становятся поменьше как будто бы. И я пытаюсь добить это все. Я не знаю, у меня удастся это или нет, потому что я спрашивала у доктора насчет, если массаж какой-нибудь LPG делать, да, или RF-лифтинг. Он говорит, ну, уйдет, ну, процентов на 40, да, максимум. То есть оно у меня может и не уйти вообще. Так что я пытаюсь своими силами это все делать. Так что, да. А в любом случае, девочки, видите, да, что много работы. Это не так, что вы приняли одну пилюлю или сделали один раз массаж, у вас все прошло. Нет. Спорт, питание, массажи, скрабирование, там,
все-все-все в комплексе, тогда да, тогда у вас будет результат. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее, это опять же зависит от вашего организма. Я все это дело не бросаю, я продолжаю. Даже если, девочки, вы увидите целлюлит, когда у вас еще сильнее будет проявляться, да, вот в течение вот этого массажа и всего-всего, всех этих процедур, не пугайтесь, не бросайте, продолжайте заниматься телом, продолжайте совершенствовать его. В любом случае, это лучше, нежели просто все запустить и думать, что оно само все рассосется. Ну, либо просто идти косметологом, да, на какие-то процедуры. И надеюсь, да, на этом все, что я хотела рассказать, я рассказала вам. Надеюсь, это видео вам чем-то помогло, мой опыт, да, я вам рассказала, что я делаю, может быть, что-то возьмете на заметку себе. И с вами прощаюсь. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, а мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока и до новых встреч!